Я теперь беру 300 рублей за чужое снятие. А снятие твоего материала сколько стоит? В смысле? Мое нисколько не стоит. А в чем разница между твоим и чужим покрытием? Но там же другой материал. То есть ты пользуешься только одними материалами? Нет, у меня тоже разный материал, но а вдруг там отслойки? А у тебя не бывает отслоек? Да, у меня тоже бывают отслойки, но это же не мои. Ну так, а клиент в чем виноват? Окей, а если клиент не захочет платить за чужое снятие, ты покроешь ему сверху? На этом история закончилась. Всем здорово, ребята, Саныч на связи. Ну, насколько я понял, да, это разговор про маникюр. Я думаю, чаечки на канале есть, они поймут, там, что там, снятие, накладывание. Ну, это, короче, вся фигня, как бы, ну, в общем так, типа, я так понимаю, что... Короче, не буду даже заморачиваться, потому что, что хотел сказать этим роликам, ребята, это женская роль, женская логика, вот это вот. Это вот эти их заморочки, как бы, да? Вот это вот чисто ролики для женщин, ребят. Нам понять их, ну, так сложно. И слышали музыку, они драму разыграли с этого, вот там ногти наложить, там снять, там накладять, короче, это вся фуфло, вот это все, да. Тут драма целая, тут чуть ли плакать не хочет. Ребят, женский юмор суровый и беспощадный.